прошлого года, потому что явка жителей Балашихи очень активна, особенно в первой половине дня. Настроение у всех позитивное, хорошее. Вот, собственно говоря, никаких инцидентов на избирательном участке не было. Наблюдатели тоже могут это подтвердить. То есть, в общем, положительно оцениваем выборы в этом году. Вот, и поздравляю всех с окончанием этого дня голосования. И как много нарушений вы за этот день выявили? У нас не честно. У нас все шикарно. Все шикарно? Конечно. Никаких нарушений не было? Понятно. Хорошо. И у вас тоже нарушений вы не зафиксировали? Угу. Выборы у нас прошли очень хорошо. У нас около 50% голосования. Вот, активность очень хорошая в этом году. То есть все хорошо. И молодежь очень хорошо у нас голосовала. То есть и пожилой возраст. То есть все хорошо. Понятно. Ну а какие-то эксцессы были, нет? Нет, все спокойно, все хорошо. Никаких ни нареканий, ничего не было. Все очень хорошо. Организовано было все. Понятно. Спасибо вам большое. Доброго. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы наблюдатели. Скажите, как много нарушений было? Единственное было нарушение, которое мы официально жалобы зарегистрировали избирательную комиссию. А она серьезная вообще? Ну, я не знаю, сколько она серьезная, но изображение символики на бежике является незаконной агитацией. А, КПРФ. Ага, понятно. Хорошо, спасибо. А скажите, вот вы знали, что нельзя на бейдже символику? Или как так получилось? А, ну просто или они говорят неправду? То есть у вас не было бейджика? Не было. Ну, понятно. Ну, а вообще, как выборы прошли? По вашему мнению, как выборы прошли? С какими-то нарушениями? Прошли нормально, без нарушений. Все нормально? Все хорошо. Угу. Ну, я сегодня целый день была на своем округе, работала с людьми, помогала им приехать, объясняла еще раз тем, которые еще сомневаются, в чем важность участия в выборах. Вот, в целом народ приходил, порадовало то, что мне кажется, что там посещаемость была сегодня очень хорошая. Вот, люди делали выбор, это их выбор осознанный. Единственное, что я всегда призывала, не делайте ничего просто так. И не поддавайтесь на агитацию, на красивые слова. Думайте головой, анализируйте все, что сделано, все, что мы хотим дальше от нашей власти, и с кем в дальнейшем будет возможность работать. Потому что мы сейчас выбираем людей не для того, чтобы они там потом красовались нам с телевизора или кидали хорошие лозунги, а мы должны выбрать тех людей в парламент и в Думу, и в законодательное собрание, с которыми дальше можно решать вопросы, в том числе и по благоустройству нашего любимого Кингисеппского района и нашего обожаемого города Кингисеппа. Поэтому хочется верить, что люди все-таки в большей своей массе осознали важность выборов и пришли на участки. Ну, то есть у вас позитивные эмоции после выборов? У меня всегда позитивные эмоции, хотя за эти вот 2 недели подготовки к выборам и за сегодняшний день я негатива на свою голову набрала тоже очень много. Но это больше в части, наверное, от тех людей, которые сами ничего не делают. И, как я говорю, живут в своем панцире закрытые, ничего не хотят, пожинают плоды, сделанные другими людьми, и считают, что это нормально. Только им все должны, а они ничего делать, то есть самим шевелиться не обязательно. Ну, такой процент людей у нас потребителей тоже есть. У нас сейчас вообще общество потребителей. Поэтому я в любом деле нахожу позитив. И хочу сказать спасибо всем тем избирателям, которые нашли сегодня время, посчитали своим долгом прийти на участки и отдать свой голос за тех кандидатов, которые, по их мнению, на сегодняшний день наиболее достойны. На этот раз, на этих выборах, явка была солидной. Да, жители не постеснялись встать, приехать, сдать, сходить на выборы, поставить, соответственно, свой голос за того или иного кандидата. Выборы, естественно, покажут, кто победил, кто занял второе место и так дальше, распределились как роли. Очень приятно, что явка была сравнительно выше, чем на губернаторских выборах, сравнительно выше, чем на местных выборах. Ну, то есть народ заботится о том, какая будет власть в стране, о том будущем, что ждет Россию. Вот, лично на моем участке, в моем районе, выше 40%, насколько я знаю, по последним сведениям.
явка была. Очень приятно, что люди откликнулись на призыв пойти на выборы. Да, ну, соответственно, сходили, устроили себе праздник, да, и, соответственно, проявили свою какую-то гражданскую позицию. Вы видите какие-то позитивные моменты в изменениях, ну, возможно, в нашем Кингисеппском районе, вот в будущем, может быть, это какая-то ступенька, что люди начали более активней думать о политике, думать о завтрашнем дне? В последнее время очень много, да, по телевизору и вообще в обычных разговорах, да, не затрагивая последний месяц, да, он всегда предвыборный такой очень, скажем так, иногда жаркий, предвыборные какие-то моменты. Народ задумывается, я думаю, что о том, какая власть, какой президент, да, уже с малых лет, благодаря и нынешней власти, да, то есть в школах разучивают гимны, висят фотографии президента, губернаторов, мы слышим часто гимн Российской Федерации, гимн Ленинградской области на всевозможных праздниках. Да, и это все делает граждан нашего города, района причастным, в том числе к политической жизни. Все они изначально, скажем так, уже постепенно, да, от малых лет до взрослой жизни проходит какой-то этап, когда они могут выбирать, что делать, чем заниматься, да, как развиваться. Ну и это постепенно перерастает. Соответственно, во взрослую жизнь. В взрослой жизни они уже делают более серьезные шаги и избирают власть, да, тех, на кого они будут опираться, ту власть, которая будет опираться на народ. Ну и последний вопрос, скажите, как вы думаете, эти выборы честные были? Ну, много вот, нарушений, вот то, что вы видели? Я не могу сказать. У меня нет каких-то определенных данных или моментов, что были какие-то нарушения, поэтому я думаю, что мы оставим это все территориальной избирательной комиссии, она займется, если такие моменты были. Явных нарушений не заметил. Конечно, очень много детей заходит в кабинки со взрослыми, да, то есть, ну, дети любят кидать бюллетени в ящик, да, не все относятся, скажем так, к этому пониманию, да, и закон требует, чтобы каждый избиратель лично это делал. Ну, такие моменты были. Угу. Что-то такого более-менее явного не наблюдал. Скажите, пожалуйста, вот закончились выборы. По вашему мнению, как депутата Кингисеппского совета депутатов, как они прошли? Вот что вы видели в этих выборах и ваше мнение? Ну, во-первых, наверное, очень большую явку, которая соразмерна, наверное, выборам президента страны, потому что, честно сказать, когда нам ставили как бы порог явки, да, мы думали, что мы этот порог не возьмем. Но вот на своем округе у меня избиратели мои, ну, наверное, может, благодарность тому, что какая-то работа проводится, хотят изменить что-то, какой-то настрой в стране, да, пришли на эти выборы, чтобы отдать свой голос за ту партию, которая... Ну, они считают, что сможет сегодня руководить нашей страной, принимать правильные законы и улучшить жизнь всего населения нашей страны. Скажите, пожалуйста, вот закончились выборы, у вас, конечно, еще впереди ночь, которая подсчет голосов. Скажите, и утро тоже. И утро тоже. Скажите, как в общем прошли выборы, нарушения и вот ваше мнение? Выборы прошли без жалоб, была одна жалоба, но она была незначительная. То есть ничего существенного не произошло. Все партии адекватно общались с членами избирательной комиссии и участковой, и территориальной. То есть у нас взаимодействие, сотрудничество, информация открытая, абсолютно классная. То есть все выборы прошли, мне кажется, на очень высоком уровне. Кингисеппский район был молодцом, потому что в первую очередь спасибо большое избирателям, которые пришли на избирательные участки. И тем, кто отработал на этих избирательных участках, тоже огромное спасибо. Но их работа еще продолжается, естественно, и будет еще продолжена долго. То есть тем волонтерам, которые работали на избирательных участках и занимались детьми, которые развлекали детей, всем
жителям Кингисеппского района, всем, скажем так, участникам избирательного процесса огромное спасибо за участие, за работу. Я думаю, что Кингисеппский район по результатам по явке, он достаточно высок. То есть граждане показали свою активную избирательную позицию, что очень радует. То есть я думаю, что общая атмосфера праздника, она удалась. То есть, как я говорила ранее, что выборы должны стать семейным праздником, чтобы люди ходили на выборы с удовольствием, чтобы их этот процесс радовал, но не огорчал. Я думаю, что на сегодняшний момент это удалось. А результаты видны будут чуть позже. Но за 40% по явке мы уже перешли этот барьер. То есть мы перешли. Но пока еще участковые избирательные комиссии доезжают с выездными урнами. Очень много было выездов, потому что граждане, была хорошо отработана система оповещения граждан старшего возраста. Очень много было заявок по голосованию вне помещения. И на выездах тоже очень много у нас проголосовало. Поэтому я думаю, что в прошлые выборы граждане обижались, что до них не доехали пожилого возраста. Сейчас доехали до всех желающих. Все вопросы были решены в рабочем порядке. То есть атмосфера, но я думаю, что и дальше будет атмосфера достаточно дружелюбная. И со всеми партиями, со всеми кандидатами у нас будет взаимопонимание, взаимоуважение. Ну, кроме того, мы сейчас организовали для всех прибывающих комиссий места в зрительном зале. То есть сдача документов – это дело нелегкое, это сложное, долгосрочное. Поэтому все наблюдатели и полиция смогут в актовом зале посмотреть любимые кинофильмы и немножечко передохнуть, пока сдаются документы. Поэтому созданы все условия для того, чтобы выборы прошли спокойно, прошли спокойно в плане ощущения людей. И для того, чтобы всем было комфортно, чтобы выборы были открытые, гласные и общедоступные. Скажите, вот мы слышали на протяжении всего дня от председателей комиссии, что они впервые видят такую явку избирателей, и что такого никогда не было еще в Кингисеппском районе. Как вы можете это подтвердить, эти слова, или это отдельные участки только? Вы знаете, вот я голосовала сегодня на участках, и действительно стояла очередь. И мы выставили оборудование, то есть число кабинок в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии, то есть количество кабинок, но их не хватало. Мы поэтому доставляли кабинки уже в процессе голосования на многих участках, но не было паники, не было ажиотажа, то есть люди спокойно стояли в очереди и ждали возможности пройти в кабинки. Это было связано еще с большим количеством бюллетеней, но все решилось в рабочем порядке. Я думаю, что особых возмущений не было. То есть то, что касается явки, мне трудно сказать, потому что я первый год на должности председателя избирательной комиссии. До этого работала председателем участковой комиссии. Я подобную явку, ну приблизительно подобную, видела на президентских выборах. То есть это были мои первые выборы, поэтому президентские выборы, ну, они всегда с высокой явкой. На выборах депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания, мне кажется, это впервые такое по Кингисеппскому району. Поэтому еще раз говорю спасибо всем.